И о спорте. В Дагестанском автодорожном колледже проходит первенство города Махачкалы по вольной борьбе. Соревнования для юных борцов являются отборочными на первенство республики. О том, кто выиграл в первый день турнира, знает Камиль Девятов. Ему слово. Молодые борцы показывают свое мастерство, приобретенное во время тренировочного процесса. Большой соревновательный опыт ребята будут набирать от турнира к турниру. Первенство города по вольной борьбе собрало более 200 молодых борцов. Спортсмены из всех муниципальных школ оспаривают путевки на предстоящее первенство Дагестана. Все ведущие школы, ведущие тренера здесь находятся. Судейский коллектив у нас во главе с председателем судейской коллегии. Лучшие судьи у нас здесь как минимум, а не все судьи всероссийской категории. В общем, соревнования на высшем уровне, интересные схватки, очень много зрителей было и вчера, и сегодня, ближе к вечеру будет. Вот так, в общем, все у нас на самом высоком уровне. Борьба – это спорт, который живет почти в каждом дагестанце. И для мальчишек, покоряющих первые вершины соревнований, главным является заполучить звание сильнейшего на этом турнире. Юным борцам спортшколы Абдурашида Садулаева в первый день соревнований удалось занять лидирующие позиции. Выставили 45 человек. У нас было вчера два чемпиона, одно серебро и бронз. Ну, в общем, 9 путевок, да, на чемпионат Дагестана. Цели какие будут? Только самые большие. По окончанию соревнований призеров и победителей первенства ожидают медали, кубки и грамоты. Ну и, конечно же, предстоящее первенство Дагестана, где им придется еще раз доказывать, что победы не бывают случайными. А к ним надо долго и упорно идти. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.